Всем привет, я Гесаус Лоро. Сейчас я продолжаю игру Ultimate Spider-Man. Сегодня у нас будет битва с зеленым гоблином. В прошлой серии я начал с ним сражаться, но так и не прошел. И в конце прошлой серии я еще и сохраниться забыл. Как вам такое? Но я успел мне серии пройти то, что нужно, и в этой серии будем сражаться с гоблином. Так, жетон подбираем, это, кстати, что-то место. Не признаю, ну ладно, пошли на бой. Сейчас нафиг эту гонку эту поганую делать. Гонки еще более неприятны, чем драк с этим гадом. Ну ладно, чего-нибудь наворотим. Эй, я хотел в переулок. Ладно, на здание тогда поползли. Поглядите, там что-то было интересное. Нет, ничего интересного не было. Летим отсюда. Опа. Летим. Так, добрался на крышу и полетел. Центральный парк, опа. Тут что-то происходит. Так, оп. Тут у нас бойцы, надо их обезвредить. Террористы, пошли вон, я его утопил. Так тебе и надо. Получайте, гады, 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 гады. И апперкот ему, на. И с ноги. Ноги намного сильнее удар. Поэтому я в основном с ноги бью. О, надо еще что-то взять, принести. А что надо взять, принести? А, у этого утопленного. Добираем. А что надо отдать? Какой-то чемодан отдал. Теперь пошли на бой с гоблином. Мне же не придется через мост опять перелетать. Как я не буду через мост перелетать? Ну ладно, так, о, мне придется тут статуя свободы. Это просто центральный парк, это просто озеро в центральном парке. Окей, летим. Летим, не понял, где там жетоны были. В общем, не обращаем внимания. Просто летим на битву самой главной твари всей игры. Большая тварь, чем веном. Мне сейчас жетоны мерещатся. Или они действительно есть? Непонятно. Так, Таймс-сквер, пролетаем. Летаем это место. Опа, лети его, я нашел это здание поганое. Так, ловите красный лучик. Спайдермен. Заходим. Так, я все равно вы смотрели, а потому нет смысла ее смотреть. Жимся за гоблином. Иди сюда, гоблин поганый. А, стоять! Какой у него, кстати, там маршрут был? А, так, уворот! О, стоять! Летим! Так, летим за ним. Надо контролировать, чтобы не слишком близко, и при этом... Не слишком далеко! О, куда? Напрямо пошел, за смертью своей идет, правильно. Иди за своей смертью, поганый гоблин. И мы идем за ним за своей смертью. А ведь он действительно паук погиб в одной вселенной от гоблина. О, ноу. Ладно. Не паникуем, мы должны его обезвредить. Мы погибнем, но обезвредим гоблина. Там еще людей надо будет спасать. Но я хотя бы более-менее научился, нам надо сначала дать ему меня пострелять, а потом людей спасать. А! Быстрее! Паук! Стоять! Тварь! Ух, я увернулся! Вот бы я так во время драки уворачивался! Драки там слишком мало места. А! Лети, паук, не тупи! О! Ай, попал! Гад! Ты кусок говна огненного! Огненный кусок говна. Так, огненный кусок говна, иди сюда. Так, летим. Летим. Так, он заворачивает, видимо, скоро нам придется это. А! Людей спасать! Там и неприятная часть этой погони, это людей спасать. Учитывая, что гоблин нас еще расстрелил в это время. О, где-то здесь это будет. Где спасаем самого сложного, это вроде третий. Так, давай, получи чутье. Так, ой! Да ё-моё, поганый! Опа-опа-опа, теперь гони. Так, я спас, но я дважды присел на его
Огонь. Так. Ой, да ё-моё. Чё такой меткий? Гоблинище, блин. Поганая. И спасаем быстрее последнего. Его можно спасти и так. Ай, да ё-моё. Ладно, я из меня говорю, уворотчик. Я ненавижу уворачиваться, люблю идти в атаку. Ненавижу уворачиваться в играх, это не моя проблема. Ну сейчас будем тренироваться, будем пытаться с ним драться, чтоб разогреться. В этот раунд мы точно сольемся. Как видим, потому что у меня уже, блять, пол хп нету в самом начале. Надо хотя бы попробовать. О! Так, вот сейчас будет две. И потом он успокаивается. Опа, он успокоился. Лежать, 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 гад. Офигеть, я выиграл с таким количеством хп. Но это невозможно, он слишком лютый. Кусок говна, этот слишком лютый. Так, ай. Ну, вроде я должен сегодня получше играть, но пока это не сильно-то видно. О, ай, попал, но я успеваю. Нет, нет, я не успел, блядь. Ё-моё. Спасите меня от этого ублюдка. Чё ты машину ломаешь? Ты частную собственность не уважаешь. Хат! Вообще даже тоже частная собственность. Она что-то принадлежит. А! Не думаю, что это такси такое. Ай! Ах ты, гадина! Лежать, поганка! Как я ненавижу уворачиваться. Ай-яй-яй-яй-яй! На стенку, короче, поползли отсюда! Пошли ползать. Нахер нам летать? Как нам нужно ползти? Ай! Не, ползти не вариант. Ой! Да блин, попал! Но мы прям к нему прилетели. Ну все, я жду. Но я хотя бы хоть как-то потренировался. Валим! Так, ой! Морды на крышу, пожалуйста! Я не хочу от него тут! Между зданий, между двух огней. Ай, в том закрытом пространстве намного легче бегать от него. Ай. Можно хотя бы на земле. Можно не летать, можно на земле стоять. У тебя такое ощущение, что я потерял скилл. Надо было играть в открытом мире. Не серии. Ай. А. Опа. Ой, 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 ой. Надо было его пройти в серии. Ай. Давай быстрее! На! Лежать, 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 лежать! Не трюкач, паук! Как я знаю, что ты любишь потрюкачить, но не трюкач! Ты нас погубишь! Ой! Поганка! Валим! 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 Так. Ой, не увернулся, но сейчас, может быть. Да нет, это тоже, скорее всего, слив. Мы еще, ну, мы будем драться до конца. А, может, во второй половине больше повезет. А! Оп, а, убегай! Она убьет же! Поганка этакая. Так, он сейчас два раза должен пиздануть. Так, и где он? Да я уже не успеваю. Дайте венома, что ли. Тут хотя бы машины можно кидать. Ай-яй-яй. Да как он так четко попадает в меня? Лежать! Нет, не успел, да и как так-то? Ну ты, я паутину воспользуюсь, то я перелечу его нафиг. А! Пошел нахер, козел! О, ну! А! Опа, на, уф, нашел, как можно уворачиваться. Это мне ничего не дает, потому что я каждый раз по-разному играю, блядь. Ау! Не! Пошел нахер! Пошел нахер! Да блин, прям на эту его сел! Огненный ты мудик! Удачье! Да пауз, салага. Лежать, 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 лежать. Нет, нет, пол хп уже, а паук еще и трюкачет. Я не выживу. Да как этого босса пройти? Я не умею уворачиваться. Тут надо еще успевать его бить. Это еще хлеще, чем с носорогом. Но от носорога хотя бы уворачиваться намного проще.
А. Так, он сейчас обвесился, ему должны прилететь и тут же начать его пиздить. Так, ой, он не упал. Можно было упасть. Пошел нахер, мудак. Зеленый. Гадина. А! Да блин, второй он всегда попадает. Надо паутинку использовать, когда он вторую пусть спускает. Да чем ты акробатничал бы? Не получил бы сейчас! Ну, сейчас бы мы уже во вторую часть бы перешли. А и так, ты акробатничал? Выпендривался паучишка. И получился пиздец! О! Быстрее! Быстро! Когда? Да блин! Я увернулся, но я, блядь, не успел, я слишком далеко, блин! А чё он не сразу нападает? Ай! Давай, бей его сразу! Да когда мы уже перейдем во вторую половину? Ой-ой-ой! Оно злое! Вот еще, кстати, проблема второй половины, это огонь. А, и нет карты еще. Ой, вспышка была. А еще он может свою хрень вытворять. Ладно, убегаем, у меня есть шанс. Ой, нельзя расслабляться, блядь, он попал. Ё-моё! Да как он так меня дважды, блядь, подловил? Мудак ты зеленый! Гад, чтоб ты сдох! Ёкарный! Что он творит? Да ёпта, он еще и мегаудар какой-то имеет. Лежать, сука! Нет! Да все, я вслился. Да когда ж я уже пройду? Это говно зеленое! Пошел от тебя! Я буду по стенкам ползать! Да блять! Ты паук нихуя не успевает! Да ё-моё, да как он меня так четко ловит? Как я ненавижу этого босса. Пошёл нахер, козёл! Оп. Мне кажется, здесь в первой половине проще. Мне кажется, в первой половине проще на землю выращиваться, а во второй летать! Ё-моё! Нет! Уходи! Нет! Уходи, паук! Тупой паук! Сейчас он должен двойную запустить! Ой, поймал! Мудак! Бежать! По жопе его! И по шарам тоже не забудь постучать ему! Все тут-то паутинил! Это паук! Да паутини его нафиг! Потуши его своей паутиной! Хотя это вряд ли поможет. Да как у меня так ловит феерично? Как ты меня так классно ловишь? Научи меня так же стрелять в Counter-Strike. И в других играх-шутерах. Я не умею так стрелять. Четко. Пошел нахер. Ай. Оно злое. Оно жаждет моей смерти! Опа! Он меня даже не ударил! Так, я, кажется, потихоньку врываюсь, как его можно ответить и при этом не получить пизды. По крайней мере, в первой половине. Во второй я среди лучше дрался. Но в этот раз что-то мне как-то там не повезло. Я там затупил. И на его огне загорел. Да, он попал или не попал? Да еть! Ну, блядь, попал! Да я не успел, сука. Не попал бы его он. Было бы все на 1000 раз лучше. Только мне стоит похвататься, что я хоть как-то его бью, блять. И он меня убивает тут же. Подбегай быстрее, паук. Скорость надо качать. Тут, к сожалению, нет прокачки. Жалко. Хотелось бы побольше хп. И скорости. Иди ударщики, посильнее покруче, как в Top Shadows, там вообще лютый есть прием, особенно черного костюма. Но эта игра так не может.
Да блин! Ну дядь, я второй прыжок, он попадает! Да ё-моё, я не успел! Вторую паутинку использовал бы, обязательно промахнулся, блядь! Да всё, у меня снова хп меньше, чем этого гада! Как я ненавижу этого пармалея ужасного! Опа! На! Получай, получай, пизды говна, кусок! Чё, уже дымишься, дымишься, пукан горит! Ага, бежи от горящего пукана! Мистер горячий пукан! Бля! Я отвлекся! И присел прям на его огонь! Мудацкий гоблин! Да блядь, как ты так попадаешь? Как ты слишком жесткий? Да блядь, я еще и не успеваю, да ё-моё! Ну как этого хуйню пройти, блядь? Невозможная хуйня! Как я его ненавижу, все, я сдаюсь, блядь. Непроходимый босс, игра не пройдена, блядь. Из-за вот этой вот хуйни, ебучей зеленой. Стоп, ты сдох, блядь. Ну ё-моё. Ёбаный рот этого гоблина. А! Ты чё, не офонарел ли там? А! Да, блядь, он еще и, как всегда, блядь, попал. Ну чё он умело? Одна хуйня наносит столько же КП, сколько я ему, блядь, до хера ура, ударов. Как я тебя, сука, ненавижу! Топ, ты сдох, хэллоуинский мудак. А! Хэллоуин еще не скоро ему делает, чё ты надел на себя? Гоблинскую шкуру, блядь. Да всё, он меня убил, блядь. Ну всё, я уже сдох. Я уже сдох официально. Умри сам, говнюк! А, паук, там я решаю нарушить свой принцип и убить этого говнаря! Он заслужил смерти! Лежать, 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 ублюдок, 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 ублюдок! Паук, ты что творишь? Беги! Он сейчас хватит тебя, убьет! А его хорошо побил? А теперь убегай! Летай! Летай! Чё ты делаешь? Хочешь, только выживи! Замучим эту пазлу, у нас есть шанс! Нельзя говорить эту фразу, после нее я обязательно клевать, да блять, паук, ты чё промазал? Почему не достал его там? Да все, я сдох, блять. Ну ё-моё, ну почему, ну чё такое? Ну чё-то фееричный, спиздец. А где он? Да куда ты улетел? И вот я об этом и говорю, перелеты, блять, сплошные. Недолеты, блять, и перелеты, как не бить этот босс. Дайте мне карнажа уже задушить. Дайте мне карнажа задушить. Не хочу я с этим гоблином возиться. Лежать! Сука, и гори в огне. Он может от огня пострадать? Было бы классно. Если бы он мог от огня пострадать. Это что это? Неравные условия. Почему он огнеустойчиво? Я, блядь, горю от вот этого вот дерьма, который здесь он тут устроил. Чтоб ты в огонь прыгнул и там сдох. Он может так сдохнуть в огне? Было бы классно. Было бы очень классно. Нет! Лежать, лежать! Он, кстати, идет дольше. Он здесь, кстати, дольше загорается. Этим можно воспользоваться. Ну, не один удар, и я тру. А! Ух! А мне еще раза два надо его хорошо попиздить! При условии, что я хорошо буду его пиздить. Ой! Где ты? Тварь! Нет! Сейчас он меня убьет! Сейчас когда убьет! Сука! Да невозможно, хуйня! Надо пережить эту хрень, и там еще! Блять, жить! Как жить-то в этой ебаной игре? Игра хорошая, но я сейчас возмущен! Сейчас буду материть все и вся! И гоблина, и себя! И гоблины из себя, и игру в целом. Да ё-моё! Лежать, сука! Я успел его достать! Лежать, гад! Лежать, лежать, лежать! Куда ты встал? Стоять, лежать! Умирать, гоблин! Когда ж ты уже умрёшь? Падла! Да, блядь, меня ещё и ограничивают мою свободу, из-за чего я не могу нормально убегать от него!
твари. В какой-то мере проще было уворачиваться от его от этого говна. Лежать, сука. Лежать, тварь. Так что у меня сейчас преимущество мне нихуя не дают, а потом я его обязательно просру. Мне тут... Только ты у меня будет лютое преимущество, а у меня лютого преимущества никогда, блядь, нет. Перед этим боссом уж точно. Подождите, он еще не прыгнул. Да ладно. Чё? Кончилась силушка богатырская? А у меня она, походу, накопилась, а. Лежать, тварь! Он не прыгнул. Это было странно. Сейчас прыгнул. Попал, походу. Говна кусок. Походу, реально легче. Ой. Теперь лети! Не бей его! Получай, тварь! Нельзя зазнаваться, иначе игра меня обязательно уничтожит. Стоит мне чуть-чуть похвастаться. И не рассказать о своих успехах! Игра меня сразу убивает! Я научился вроде как! Но еще не до конца, еще не идеально. Или гоблин уже просто слаб, или игра уже такая. Ты задолбал уже сражаться с этой хренью, идем дальше. Он бегает за мной! Ти, тварь! Ты охренел, ты не должен за мной бегать! Ты должен прыгать и стрелять меня своим дерьмом! Это я должен за тобой бегать, чтобы отпиздить тебя хорошенько. За твое плохое гоблинское поведение. Но Юэдин мне пока лютое преимущество. Но это ничего не дает. Я могу его, и он может меня легко отпиздить, а я могу его... Все, может его отпиздить, просрать. Стой! Не улетай слишком далеко! Нет, бей его! Да ё-моё! Уже почти переход в следующую фазу. А паук так облажался. Так, ничего. Умение выращиваться ничуть не менее важно, чем умение бить врага. Умение выращиваться даже, наверное, более полезное. Чем бить врага. Вот здесь надо использовать паутинку. Здесь не вариант на земле от него убегать. Здесь надо убегать от него в полете. А потом искать его. Где он там? Где он там свою вспышку? Ой, где он? Где он? Так. Лежать, тварь. Куда ты поднимаешься? Ты должен лежать. Должен умереть. Ты должен в больнице лежать. Должен вместе с кардажем в Рейлинг Крофте тусить. Только под более надежной охраной. Лежать. Ой, ты что делаешь, паук? Зачем ты акробатишь? Так, я постою. О, не время стоять! Ой, попал в меня! Вот нельзя стоять! Если в первой фазе лучше стоять от него ворачиваться, то в этой фазе надо убегать! При помощи паутинки! К тому же он там землю шатает! Так что здесь вообще не вариант на земле находиться. На. Опа, у меня большое преимущество, это классно. Наконец, я вообще стал доминацию над этим боссом. Но он сейчас меня накажет! Он сейчас накажет, как ведь, блядь! Убегай! Живи! Нет, куда ты, блядь, ему прям в пулю летишь? Когда ты перестанешь стрелять, ты уже должен прыгать! Год! Видите, как я уже моментально... Все преимущество просрал! Почти. Я еще не опустился ниже его уровня! Но я близок к этому! Ой-ой-ой-ой-ой! Что так далеко, тварь? Я хоть один удар успел провернуть. Вот тут огонь уже успел! Нет! Только в огонь не падай! Убегай! Паук! Живее! Паук! Где он? Где это? Падла! Лежать! Нет! Блять! Он меня избил! Я же говорю, что сольюсь на раз-два! Я могу слиться, блять, на раз-два! А он на раз-два не сливается, гад! Этакий! Где он? Опа!
Гад! Нет! Да бля! Ну это я не хочу слиться, что ж было так, сука, хорошо! Ну ёпта! Тварь! Как я тебя, сука, ненавижу! Ты должен сдохнуть! Где оно? Умри, тварь! Лежать, 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 лежать! Лежать, тварь! Умри, падла! А? Нет, блядь! Сраная, сраная, хреная хуйня! Ну, блядь, я уже да все, я тру! Я тру, блядь! Я все преимущество просрал! У меня оно было такое большое преимущество! А я его взял и просрал! Где эта тварь? На! Убей! Убей его! Убей! 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 Убей, паук! Убей! Нет, паук его не убил! Ну все, я труп. Обязательно пишите похоронное письмо. Я труп! Ой! А! А! Ой, где оно? Чё оно так далеко? Я не пойду к нему. Ты, давай, поближе. Сука, найдись ты, блядь, поближе. И не в огне. Поближе так, чтобы я тебя побить смог. Говна кусок. Опа, 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 опа. Бей его, бей его. Бей, 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 бей. Убегай. Нет. Сраный цветок. Сраный цветок и стол, блядь. Несколько раз погубили. А, хотя бы не летально. А! Где тварь? Лежать, 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 лежать! Ну, наконец-то его добить! Набил, наконец-таки, эту падлу! А, получил! Получил, падла! Получи! Мерзкий удар! Адреналин! Черная дама пришла. Арестовать гоблина и вытащить его куда-нибудь! В чем дело? В чем мы снова с вами видимся, говорит паук. Они хотя встречались или нет? О, они уже встречались. Ну, в общем, они... Я не понимаю, что они приходят, ты понимать не хочу. Просто рад, чтобы я завалил этого поганого гоблина. Паук свалил. Ура, я завалил эту падлу. Какое счастье, я впервые прошел эту тварь. Ааа, такое счастье, как приятно тебе просто полетать по городу, знаешь, завалил эту гадость. Ух. Ух. Так, а что у нас теперь там по миссии? Я даже не знаю, пытаться ли еще какую-нибудь миссию пройти или нет. Так, тур нужен. На Вальверит он бы предлагает гоночку где-то, насколько я помню. Джонни Тор должен где-то гоночку предлагать. Так, здесь нифига нет, тут вообще все кончилось. Мне опять придется через мост перелетать. Вот тут боевой тур есть как раз. Так, кстати, что ни шторма нету, как видите. Ох, как тут боевых туров, однако, имеется. Нам надо, в общем, на другую часть карты лететь. Здесь нет туров, я даже не знаю. Я даже и не знаю, играть ли там, что там вообще дальше по сюжету должно быть. Веном против жука, но насколько я помню, это тоже жесткая месть. Давайте попробуем один раз. Сорвемся! Следующей серии оставим. Ой. Так, у нас там событие какое-то. Человек-паук должен мешаться, и это не Человек-паук, если он не вмешается. Тут, походу, кто-то падает! Паук, залезай, не тупи! Ой-ой-ой-ой-ой! Так зачем ты залез на пожарную лестницу? Так быстрее! Он же упадет! Это работник! А! Да я хватайся, паук, блин! Какой я рукожопый! Да, мне не вейт, мне не вал, тебе Спайдермен играть. Я в целом не в игре про паука. Хорошо, что больница рядом. Мы вас надо в больницу привезем. Так, держи. Там вдруг пострадал. Так, где я вообще? Куда мне топать надо? Так, там как, там вода есть, кстати. Вот тут мост есть. Вот, тут же Ништор нас ждет. Можно, в принципе, к нему сходить в гости. Так, нам надо держать курс направо.
Вот в эту сторону. Во, я уже вижу море. Точнее, реку. Так, реку Гудзон вижу. Опа. Опа. О, смотрите. А можно зацепиться? О, можно зацепиться. Вот здесь что-нибудь делать. Видите, какая-нибудь секретка? О! Какой там интересный жетон! Пау! Это цепится! Так, я погибну, но жетон возьму. Так, теперь снова за лайнер хватаемся. Это же лайнер называется, или как? Блин. Утопленник, аук. Ладно, пойдем к мосту. Там как раз разборка какая-то. Ай. Пошел нафиг. Опять что ли шокер? Или кто ты такой? Ты кто, мать? Ты кто такой, я? Ты кто такой? Ты что за ноунейм такой непонятный? Лежать, блин. И паутину, на. На. Ворюга какой-то с деньгами. Я. Какой-то он жесткий. Неубиваемый хрен. Ладно, поползли на мост. Так. Я даже не знаю, надо ли еще сегодня в этой серии. Думаю, не стоит. Гоблина побил, и это уже хорошо. Так. Опа, опа, опа. А то получится, как в прошлой серии. Вначале вполне неплохо сделал, а потом... Знатный такой слив был. И до чего видео целый час шло. Долговато, не правда ли? О, мы здесь за гоблином случайно не бегали. В этой части. О, этого дома. Как-то он знакомо выглядит. Может, вы тут бегали за гоблином? О, опять событие какое-то. Ну все, ему угомонится. Что-то неугомонный город такой. Че вы, мужика, не трожьте? Ой, а почему у меня нет хп? Паук, не умирай, ты должен жить. А, ах там. Там какой-то мудак. Конкретный. На, выгасили мудака. И всех раскидали. Стоять, куда поднялся? Лежать. Что, мне его в кости тащить, что ли? И куда тебя? А! Это куда? Ну, конечно, придется через реку лететь. Так. Так, лететь. Факуха. Факуха, мужик, все будет хорошо. Мы тебя доведем до нужного места. Таймсквер. Таймсквер я сейчас покажу. Ой, ой, ой. По ту сторону окаянного здания больницы находится. Ой. Мужик, не умирай. Я тебя донесу. О. Ну, я вижу больницу. Она далековато что-то находится. Ты что, ты такой путь назад проделал? Или не назад? Я уже запутался, где чё. Да, ладно. Так, мне нужна карта. Где там Джонни Шторм обитает? Вот вроде как раз у того высокого здания. Или где он обитает? Шторм, ты где? Я же не видел этот значок, я его находил. Так, сейчас посмотрим. Может, я уже... Может, он где-то здесь? Что-то нету никакого Джонни Шторма. Я, походу, не на ту часть Манхэттена пришел. Так, а через реку? Что там через реку? Не понял юмора. Эй, черт побери. А, вот она, башня. Так, я нахожусь здесь. Нам надо лететь. Ой, вот сюда и куда-нибудь. Летим и ищем. Это должно быть высокое здание. Оно должно находиться высоко от нас. Так, это было где-то здесь. О, как раз оттуда-отсюда я шел. Так, летим. О, недалеко от воды было. Это что здесь? Что за здание такое интересное там было? О! Давайте с ним погоняем, а потом боевой тур проведем, наверное, закончим серию. О! Какое интересное здание. Это что за выступление? Эй, ты куда попал, паук?
Он не хочет наверх по этим ползти? Странно. По стеклу поползли. Наверх забрались. Ой. Так, и чего? Я, походу, выше, чем надо залез. А-а-а! Нет! Паук! Куда ты скатился? Человек-паук скатился. Ну, Джонни. Ну, Джонни, разберемся с тобой. Но они встретились. Их снова решили поспорить, видимо, кто их круче и погонять. I was going easy on you last time, just so you know. Yeah, yeah. Так, начинается гоночка. О, это пиздец будет. Ready, set, go! Так, я что-то там взял. Так. Так, походу мы сливаемся. Да куда? Стой! Нет! Забери ты эту хрень! Да у него преимущество, он здесь лета! Он здесь летучий говнюк! Он летучий говнюк, он может полететь, блять, а у меня. А я рукожопый! Я рукожоп! Я не умею играть. Умею, но и не умею. Хоть не играю в эту игру, все так же хреново играю, как и играл. Куда я? Где я должен, блин? Это красный меня отвлекает. Где? Да куда ты упал, блин? Сдохни же. Тут меня Женя просто уничтожил. Я не был готов к такой лютой борьбе. Но где? Так, и чего-то... Оп! О, я умер! Нормально. Как я должен вот эту хрень хватать? Может, я неправильно хватал, надо... Хватать как-нибудь вот это! Да ё-моё! Так, поймал. Опа! Поймал. Уже наловчился. Ой, опа. О, стоять. Ой, ёк, ёк. Полетели к этому зданию окаянному. Так, да стой, ты чё, паук, творишь? Ты чё, акробатничаешь? Зачем ты акробатничаешь, нафиг? Стой, говно, кусок, это что было? Он меня тормозит? Ах ты жулик! Проклятый! Так, куда мне, блин, ползти теперь надо? Я, блядь, теряюсь! Ой, ай, пауку больно! Ай, куда? Куда? Стой! Ах ты, тварь! Когда лезь ты повыше! Да ё-моё! Хоть где-то эта функция, блин, пригодилась. Я уже не успел, я просрал! Джонни, я сдаюсь, тут слишком жестко все для меня. Дебильчика. Оп, я просрал! И чё он мне скажет? Отстой, я тебя на раз-два уделал. Нет, не хочу. Так, а чё? Не прошел, значит, ну давайте еще раз попробуем, если не пройду. То пошел ну нафиг этот Джонни Шторм, блин. Твоей тупой гонкой. Race you to Times Square and back. Ready, set, go! Опа! Погнали! Погнали, я сказал, паук, ты чё творишь? Стоять! Блин! Лети, паук! Лети! Лети, кому сказано! Ты что творишь, блин? Паук! Стоять!
Ой! Да, хватай! Так, это, блин, где вообще? А это... Охуенное здание! Стой! Да ё-моё! Паук, ты что, блин? Пойди так кровать, я не знаю, что ты циркач нас лютый! Но харе! Апа! Так, я набрал высоты! Я сбросил высоту! Да это жестко! А! Мы с ним на равных сейчас идем. Да блин, я тупой! А! Так! Снимаем! Опа! Стоять! Стоять! Опа, гоночка, так, разворот! Давай, паук! Да возьми ты! Да лети, паук, куда положено! Ты что делаешь? Паук! Паук, блин! А, где я тут должен? Хватит фиговину эту! Долбаную! Где? Вот он! Так, лети! Куда я должен лететь? Он, походу, уже все выиграл опять. Поганка. Повторяем. Как так можно облажаться? Еще раз. Я не успокоюсь. Я хочу пройти этого мудака. Бедный паук. Он разбился уже несколько раз. А, да лети ты, тварь. Что за пиздец? Да ты куда он полетел? Опа. Да полетел ты по-нормальному. Чё ты летишь, как я не знаю кто? Давай физику, паук. Лети нормально. Так, чтобы нагнуть врага. Чтобы нагнуть соперника, точнее. Ай, он нам не враг, он нам соперник просто. А, название, видимо, главного. Кого? Шута? Не знаю. Бежим. Опа. Оп. Опа. Еп. Так, так. Падаем. Стоять. Аккуратно. А! Паук. А! Так. Тут еще более-менее. Да куда ты, паук? А! Хватаю. Хватай, куда это? Это куда? Это вон там, проклятое место. А! О! Нашел! Ты, паук, ты что не делаешь? Что ты делаешь? Паук, блин! Паук! Как до этой хрени добраться? Нет! Ты хватай! Опа! Это еще не финально! И кто победил? Да пошел ты нахер, ублюдок. Я пошел сдохну. Я проиграл. Тупая гонка. Так, где тут городской тур есть? Их много рядом. Так. Так, где тут у нас? Ай! Так, ю. Тупой. Давайте еще в следующей серии попробуем его. Давайте в следующей серии попробуем его все-таки пройти. Не могу тебя оставить, его не пройден. Я же его, блин, завалю. Значит, и шторма какого-то там жалкого завалю. Не лежать всем. Он что, еще живой? Нет, он не жив. Опа, летим. Опа. Ой, кстати, я этот жетон не видел, когда играл за Веном. А случай... А! Кто там? Кто там посмел паука стрелять? Кто такой плохой мальчик? А! Ах ты плохой! Еа! Пошли нафиг! А тебя мы подвесим! А, я никого не подвесил, жалко. Так, ладно. Сейчас мы тут разберемся. Вы кто такие? На! Лежать! Лежать, лежать! На! Паутинем его по полной! Отпаутиним их всех. Пощечина, на. Мертельная пощечина. Ну, кстати, забыл посчитать, что там за банда. Известная информация про банду. Ну, блин, чего это и не важно. Они все равно все на одно лицо. На. Бежать.
лежать всем. Я даже хилку брать не буду, настолько паук крутой поставил после битвы с гоблином. Так, где ты? Где же вы, мудачьё? На! Ай, больно, больно лежать! Этот шокер противный! Ля! Пошли вон! Боевой тур выполнен! Так, интересно, где находится Миша? Давайте найдем ее. Она должна быть недалеко. Я должен увидеть, что это действительно фиолетовое свечение. Кстати, я помню, там дальше должен быть битва Венома и Жука. Соболь versus Человек-паук. Паук versus Веном. Веном versus Карнаж. И Паук versus Веном финальное сражение. Вот там что должно быть. Так, сейчас посмотрим. Вот здесь какой-то у нас тут луч. Так, это не здесь, а? Так, если не ошибаюсь, фиолетовый. Да, фиолетовый луч. Или красный. Так, что-то я не понял. Красный, что ли? Не, фиолетовый. Так, пора сохраняться. Да, какой тут был самый последний сохраночка. Вот это, уничтожим ее. Ну что ж, на этом у нас сегодня все. В следующей серии будем играть за Венома и попробуем пройти еще раз этого Джонни Шторма. Ну а пока у нас все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, видео, плейлисты и всем пока-пока и до новых встреч.